В общественной палате прошла встреча с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций. Первым обсуждался новый проект, инициированный правительством региона по поручению федеральной власти. Согласно документу, в регионе должна произойти передача на конкурсной основе некоммерческим организациям до 10% услуг в социальной сфере. Таким образом, НКО получит доступ к бюджетным средствам. Это касается сфер образования, здравоохранения, культуры, спорта, молодежной политики, где НКО уже работают и оказывают сотни интересных и важных услуг. Напомним, по инициативе Сергея Морозова 5 лет назад на территории области появилась программа государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Сегодня НКО оказывается и консультативная, и информационная, и финансовая поддержка. Эта программа, да, при поддержке Сергея Ивановича Морозова вот, реализуется у нас уже 5 лет. И всегда Сергей Иванович, выступая на форумах, на каких-то крупных мероприятиях, да, уделяет вот особое внимание развитию сектора и своим волевым решением, да, в том числе, не дает сокращать поддержку НКО и даже всегда старается так активизировать органы власти, чтобы эта поддержка увеличивалась, росла, крепла. Говорили на встрече о возможностях развития территориальных общественных самоуправлений. 5 лет назад по инициативе правительства была разработана программа развития и поддержки ТОСов. За это время было создано только в областном центре 66 ТОСов, куда входят 107 многоквартирных домов. Все они занимаются благоустройством территорий, социальной работой и развитием дворового спорта. Поддерживается эта программа на всех уровнях власти, начиная от нашего губернатора Сергея Ивановича Морозова, и мэр Сергей Сергеевич Панчин поддерживает. И программа уже разработана на 2015-2017 годы, но мы надеемся, что в дальнейшем она также будет продолжать свою работу. Продвижение благотворительных проектов в Ульяновской области также стало одной из основных тем встречи с НКО. Мы начали думать о том, как нам сделать наших людей чуть добрее, чем они есть. Ирина Антонова, Павел Макаров, новость Ульяновской правды.